Сейчас мы с вами разберем металлоискатель Fisher F75 LTD. Действовать будем в обратном порядке. Первое, что мы сделаем, мы демонтируем хомутик, которым фиксировали на верхней штанге металлоискателя кабель катушки. После этого отворачиваем резьбовую шайбу штекера и извлекаем его из приемного гнезда. Далее разматываем кабель катушки. Отсоединяем второй фиксирующий хомутик. И теперь мы готовы отсоединить верхнюю штангу металлоискателя от средней. Для этого поворачиваем зажим, освобождая его. Сжимаем пружинную кнопку. И слегка поворачиваем штангу, извлекаем ее из зацепления. То же самое проделываем со средней и нижней штангой. Освобождаем зажим. Сжимаем пружинную кнопку. И слегка поворачиваем штангу. После этого вытаскиваем ее. Последнее, что мы сделаем. Мы отсоединим катушку от нижней штанги. Для этого освобождаем гайку. Откручиваем ее. После этого, слегка покачивая штангу в проушинах, извлекаем болт. Придерживая катушку на твердой ровной поверхности, аккуратно покачиваем нижнюю штангу и извлекаем ее из проушин катушки. Нам остается извлечь батареи из батарейного отсека. Для этого снимаем крышку батарейного отсека и, пользуясь ленточками, извлекаем батарею из двух отсеков. Устанавливаем крышку батарейного отсека на место. Мы с вами разобрали металлоискатель Fisher F75 LTD и убедились, что собирать этот металлоискатель и разбирать его очень просто.